Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Артур и Джек Шепард. Здоровайся. Всем привет. Мы уже тут бегаем по этой карте, мы не около Старого Собора, где прекратили предыдущую серию. По этой карте мы бегаем часа два, просто так, для развлекухи. И решили записать помаленьку то, что тут происходит. Мы сейчас направляемся к чертову замку, который находится где-то вон там наверху. Ну и в принципе пойдем. Пойдем посмотрим. Говорят, что этот Давай. Чертов замок Я пока тут. Достаточно такой напряжный. Но у нас неплохое обмундирование. Да. Конечно, Шепард у нас уставший, а я еще больше уставший, чем он. Поэтому. А я еще, между прочим, судя по чату, и какашка. Не знаю, кстати. Кстати говоря, как вы видите, у меня маленько перекошенный интерфейс. Это из-за того, что я убавил его размеры, потому что. Ну, тупо мне не нужен этот чат вообще, я бы его с удовольствием отключил. Короче говоря, вот такие дела. Это первая серия, отснятая с новым патчем, как он, 1.5.8 называется? 1.5.8, да. Короче, потом еще, тут убавился такой параметр, вернее, исчез такой параметр, как человечность и бандитские скины. Теперь не определишь по внешнему виду игрока, какие у него намерения. Так что нужно быть всегда осторожным. Потому что все сейчас выглядят одинаково. И кроме того, вот эта вот колбочка, вот эта, которую вы видите в правом углу, она теперь начала работать. Теперь показывает температуру, он там, он дебаг-монитор, как видите, там temp valve, то есть temperature value. Она у меня 53 почему-то. Ну, короче говоря, если идет дождь... У меня 65. Она почему-то постоянно убавляется. Короче говоря, под дождь попадешь или на земле лежишь, и можно замерзнуть, заболеть, похоже, что ли. Но пока что, говорят, не до конца допилили еще. В последующих обновлениях это будет работать. Какие еще обновления у нас тут с этим патчем? Еще убралось использование быстрого меню при помощи колесика, то есть мы теперь не можем крутое колесико поесть, попить и презентоваться, да. Надо открывать инвентарь, нажимать правую клавишу, допустим, на фляге и выбирать выпить флягу. И то же самое с едой и с использованием любой вещи из инвентаря. Да, поначалу это так парит. Так что это теперь как РПГ фактически. Ну, на мой взгляд, раньше удобнее было. Слоты. Но, в принципе, привыкли. Ну, да. Воду теперь из океана не набрать. Ну, это логично, в океане соленая вода. Да, теперь только. Зато теперь можно воду из водокачек набрать. Чего я очень долго ждал. Так как много их встречал на своем пути, но не мог с них набрать воды. Так, ладно, мы что-то заговорились, так, а тем временем мы уже подобрались вплотную к этому замку. Тем временем. Тихо! У меня есть бинокль. Сзади стреляет. Причем достаточно близко, я бы сказал. Вон оттуда, слышишь? Да. Да-да-да. Так, давай быстрее продвигаться к замку. Они где-то, наверное, метрах в 300 от нас, поэтому у нас еще пока есть время укрепиться там. Как вы поняли, я, по крайней мере, я уже не буду жалеть людей, только если увижу, что он там уже при смерти, и ему можно помочь, тогда я, возможно, кому-то и помогу. А так я буду стрелять на поражение, если кого-то увижу. Не знаю, как Джек Шепард, у него, по-моему, еще все хорошо пока с человечностью. А я уже все, павший человек. Так, блин, тут такая... Я думаю, что если увижу человека, который отбивается от зомби отчаянно, и сразу видно, что новичок, я думаю, что я помогу. Опять у меня зомби прыгает, какого черта? Блин, меня больше всего печалит, что... Сзади кто-то есть. Я туда все время смотрю, так что ты смотри, что впереди. Блин. Если кого увижу, сразу буду стрелять. Да, стреляй на поражение. Давай, что ли, слева обойдем замок. Ты говори, если куда-то пошел, потому что я подумаю, что это враг. Пристрелю тебя сейчас. И ты, кстати, хреново прячешься. Нет, я сижу прям рядом с тобой. Ага. Ты прям на видном месте сидишь. Я сейчас за деревьями. Так, зомби тем временем потихоньку к нам идет. Пока что не палимся, не убиваем его. Чтобы нас не слышно было. Мало ли кто там ходит.
Так, ты куда подевался Это ты, вообще? да? Фух. Я тут сижу у елочки. Тут елочек. Сзади тебя. Сзади тебя. Подожди, зомби ко мне идет просто. Все, вижу. Вот я, видишь? Блин, Так. что-то у меня опять записи, ну ладно, так нормально уже. Блин, опасно. Этот зомби еще меня беспокоит. Давай помаленько продвигаться в ту сторону, откуда мы, собственно, и начинали обходить. Как раз заодно этого зомби, я думаю, обойдем. Давай. Так, все, я тебя прикрываю. Только я тебя опять потерял. Ну, ты иди в мою сторону. Блин, мы с тобой сегодня Какую? уставшие. Ну, где мы до этого были? Откуда ты пришел Да. туда? Вот, да-да-да, идешь правильно. Вижу, вижу. Сегодня у нас такая утомленная Мы здесь серия. серьезно уже часа два бегаем, просто уставшие, жара на улице, дома жара. Да, мозги кипят. В общем, отравиться, да. Так, зомби один ходит, я пока что одного зомби вижу. Так, чё, ко мне пойдешь? А блин, что такое? Ах. В общем, походу у меня не будет записи, потому что что-то у меня, блин, я не знаю, то ли с игрой что-то, то ли что. Короче, я иду к тебе. Ну смотри, блин, если мы такие Что мне уставшие, постоянно? нас сейчас свинтят, а это даже не будет записано у тебя, да? Да. Ну вот попробуй еще раз включить. Просто реально FPS почему-то идут нормально, а потом бас до 10 скидывается, не знаю. Зомби-то так и прыгает, проходит. Так, за кустик. Еще один Так, там прыгает. зомби близко к нам. Я перебегаю к соседним кустикам. Давай. И там... Ты услышал, он бежит к тебе. Блин, это не к добру. По-моему, надо внутрь идти. У меня Хотя кровь вроде... течет. И мне сейчас нужно Не слышу, разобраться. Ты перебинтовалась. Бинты. Так, бинты, правая кнопка мыши, перевязать себя. Вот так это теперь делается. Так, ладно. Блин, это, Давай, похоже, давай. Плохо скажется, то, что я так себя плохо веду сегодня. Там еще одного зомби, я слышу. Да-да, отходим чуть-чуть. Надо теперь по-любому заходить внутрь и там обороняться. И теперь ты уже, да. Надеюсь, там никого нет. А то как мало того, Зубова. Я тоже надеюсь. Я вольнул. Ага. Так, там я кого-то слышу. Зомби прыгает. Прям в проходе стоит, прыгает. Ну, реально, он мне метр на три подпрыгивает. Так, ну что, пойдем чистить помаленьку, что ли? Помаленьку, что ли? Туалет есть. В туалете, главное не закрывать дверь в туалете. Внутри ничего нет. Потому ноги что сказали, переломает. ноги переломает. Так, ладно. Так, я слышу тут зомби, но я его не вижу. Он, похоже, наверху где-то, что ли? Да вот он прыгает. Он прыгает прямо перед тобой, чувак. Да нет тут прямо никого. Прямо над рюкзаком прыгает вверх-вниз. Нет тут никого. В прошлый раз, ладно, окей, я увидел труп, у меня могли быть глюки. Но сейчас я вижу его, вот как он прыгает. Ладно, раз нету, пошли внутрь. Так, в этом рюкзаке Направо ничего нет. Сразу. А меня вот он увидел. Он умер. Он умер. Ты видишь, что я вообще не понимаю, что происходит в этой серии. Ну ладно, мы по крайней мере заходим. Возможно, мы тут найдем что-то хорошее. Здесь вообще ничего нет. Я тут рядом с тобой сижу, не бей. Так. Ну да, почему-то в этот раз. Слева от нас показывает, Ой, что... Ой, спокойно там мне. Да мне не то, что неспокойно, мне так апатично, потому что... блин, у меня башка сегодня как кисель в голове. Вот, уважаемый зритель, на что мы ради вас идем, упаханные после работы, снимаем серии, чтобы вам потешить, чтобы вам интересно было. Так, особенно если теперь, как мы планируем, будет по две серии в день, так что. Ну не знаю, посмотрим, конечно. Да, а ты слева. Там на стене где-то еще, по-моему, один ходит. Здорово, блин, крепость. Напоминает из Assassin's Creed. Да. Так, аккуратненько, не спешим. Сейчас это здание надо проверить. Я сейчас из-за угла посмотрю, что у нас тут есть. Угу. Ты помнишь?
Так, вроде спокойно. Да, я с тобой. Надо бы внутрь заходить, я думаю. Ну, тут еще понять бы, где внутрь. Чисто. Вроде бы чисто. Но тот чувак, я думаю, вон там лесенка есть справа наверх. Да, я знаю. Для подъема. Там еще одна лесенка есть. Я что-то не вижу тут прям таких мест, как вот в том, в зубе, где можно было зайти и натурально укрепиться, если что. Здесь все какое-то разрушенное. Тут тоже ничего нет. Ну вот по лесенке давай поднимемся наверх. Ну давай. Посмотрим, что там есть, и осмотримся сверху. Вроде самое главное, что вроде бы спокойно все тут. Вот это, наверное, башня еще можно будет подняться. Так, у кого-то вот обрыв связи. Сервак опять не очень такой стабильный. Да, еще может из-за того, что пинг, я не знаю. У меня записи проблемы сейчас. Не знаю, как одно вообще с другим связано. Тут пустые консервные банки. Ну все, мы уже не зря сюда ходили, собирай их давай. Тут зато патронов. Как раз же у нас будет машина. Патронов для кольта, похоже, что ли. Ты кольтом-то у нас не пользуешься же. А вот мне. Нет, у меня простой Макарыч. А мне такие вещи очень пригодятся. Кстати. Так, а я лучше буду наверх смотреть. Да, потому что меня сверху убили. Короче, надо пользоваться кольтом. То есть тем 911. Говорят, что он есть с глушителем тут. Да, говорят, что можно на него глушитель найти. Это, по-моему, круто. Нам бы одну пушку с глушаком, и все, можно было бы ходить по городам их зачищать. И, кстати, говорят, что ночью вообще очень легко зачищать города. Где-то... Что такое-то? Где... Я дрова нашел. А, дрова, да, теперь... Я нашел дрова. Теперь дрова нужно, чтобы костер разжигать. Короче говоря, нужно... Магазин для ЧЗ и для СМЛЕ. Все, у меня теперь места больше нет. Да у нас у обоих уже достаточно битком все. Да. Короче, где-то на... Ну что, ну будет тут какая-нибудь тварь? На границе... Да нет тут никого. На границе города разводишь костер, все зомби сбегают к нему, а ты в это время спокойно чистишь. Здесь вообще ничего нет. Ну, по крайней мере, я патроны себе взял. Тоже уже неплохо. Для меня, по крайней мере. Это ты внизу бежишь? Нет. Внизу игрок бежит. Выбегает из крепости. Выбежал, да, я видел. Выбежал из входа, через который мы зашли. Я его видел. Видел? В темном. Вон он снаружи теперь. А нет, снаружи него. Снаружи зомби. Я думаю, что он сейчас в эту комнатушку зашел. Да. Но мне кажется, что он сюда точно не пойдет. Так, мне показалось, или там кто-то? Так как он уже на выход наметился. Там прыгун снаружи, я думал. Это игрок, а прям под нами прыгун, короче говоря, один. Так, ты уверен, что он сюда не пойдет? Может, он просто отступил от этого? Он вышел. Он шел в сторону вот этого захода, зашел туда. Прыгун нас заметил. Просто... Блин. Вот. Прыгун сейчас самая меньшая наша забота. Короче... Но он выходил вот так вот, чик-чик-чик, полз и внутрь залез. Он сейчас... Почему я все время сверху вижу каких-то игроков? Да тихо ты! Он сейчас он может сейчас просто... Лапки. В арке? Это он выкинул? Или это отреспавнилось? В арке. Или отреспавнилось, или он? Он просто мог увидеть вот этого прыгана, да. Сказать, да ну нафиг, и пойти другой путь входа искать. А входов тут несколько, так что не расслабляйся, короче, внутри. Я... Ты чё? Я знаешь, как я напряжен сейчас? Еще прыгун. Ну какого хрена мы приходим в какое-то место и появляется какой-то чувак, который может быть, блин, ах, опасен. Наушники у нас вроде неплохие, если что, мы его по звуку услышим. Я же того в зубе услышал, когда он подходит, до того, как он забежал. Поэтому, да. Собственно, у него и не было шансов. Так, ну что, спускаемся? Так можно долго сидеть. У нас еще одна башня есть. Кстати, где она? Вот она, но я что-то не уверен, что на нее можно подняться, потому что у нее наверху тут никакой лестницы я не вижу. На ней ничего нету. Так, ну отсюда мы сейчас пойдем к аэропорту, что так, ли? Так, внизу ползун побежал. Ползун побежал и, видимо, за тем чуваком. Или... Нет, просто в угол сел.
Там ползаю. У меня справа показывает Ну время там от куча времени. чего-то накидано сейчас стало. Может, это с него все Пляшки и выпало? прочая хрень. Может, дичь Блин, нарезал? я палюсь. Ну ты видел, что туда Смотри, что-то я хотел сдохло? выйти, а тут такая палевная тень на этом. Ну, типа, подождать, если он Стоишь будет такой, да, подниматься. думаешь, сейчас я всех запилю, да, пока меня не видят. Слева, короче, показывает мне вот эту вот точку, или то ли слева, то ли сзади, что здесь кто-то есть. Он, да, потихоньку спускаться. Ты идешь? Пошли, пошли, пошли. Ты уже спустился? Я на втором этаже. Окей. Кстати говоря, теперь персонаж быстрее оголодать может, если вот это вот такое состояние паники, то у него голод появляется гораздо быстрее, то есть от притока адреналина. Пистолет только лежит, патронов нет. Да. Пистолет неплохой, достаточно мощный и достаточно тихий. Блин, вокруг нас куча зомби, это меня не радует. Так, он вот тут где-то, за стеной. Да, у меня даже точку вижу на карте. Аккуратно. Ты застрял, по-моему, нет? Нет, я прошел. Он прям под нами. Пока что можно не волноваться. Он сюда медленно очень подниматься будет. Ой, он уже тут. Так, все хорошо. Вроде никто не бежит больше пока. Я осматриваюсь, вроде нет. Не чисто. Так, давай пойдем все-таки сходим сюда. Или сходим к той арке, посмотрим, что у нас там. Не знаю. Давай сначала сюда сходим, а потом к арке. Наверное, к арке. Ладно, давай. Кого-то убили. То есть человек там лежит? Нет, я чисто вижу в чате сообщение, что... Вон там еще один подъем. Мы там не были. Это на крепостную стену. На стеночку. Ой, опасно такая. Да чего опасного? Пока что все в порядке. Не сыкуй. Все хорошо у нас. Да я не сыкую, блин, я наоборот. Я кайф получаю от этого. Нет, просто мы сейчас в таком положении, что нам. Пусть нас боятся, нам бояться тут некого. Вот эти вот даже если сейчас 20 зомби прибегут, мы в легкую от них отобьемся. Там осторожно, прыгун. Вообще в легкую от них отобьемся. Или если один игрок встретится. А вот если уже с группой встретится, то это может быть опасно. Так, здесь наверху у нас лежит стрела, банка Ты по лестнице газировки. Поднялся, да? Да. И что-то еще. Компас еще лежит, нужен? А, у меня нет компаса. У тебя у меня компас есть, есть. А у тебя нет. У тебя есть GPS, ты говорил. Так, бинты еще одни. Бинтов у тебя много? У меня, в принципе, полно. Да, много. Так, и банка газировки. Банку газировки я тоже возьму, пожалуй. А тут ты фляжку еще пропустил с чем-то. Под лесенкой. Блин, самое главное сейчас Патроники не шваркнуться вот отсюда. Я не уверен, так, что я смогу здесь пройти. 911. А, ты же с ним бегаешь, да? Да. Но у меня, по-моему, там уже до упора забиты вот патроны, то есть кармашки. Для него предназначены специально. Это ты спускаешься? Да. Фу, блин, я слышу шаги дома кого. Ты что-то напряженный как будто сегодня. Обычно я параноиком был, теперь ты. Так, пустая консервная банка, фляжка пустая, 15 патронов. Магазин. Да, у меня там бинты, лучше бинты оставлю, потому что 5 магазинов не хватит для него. Так, ну что, пойдем к арке? Пойдем. В остальном-то мы этот... посмотрели уже полностью. Да. Блин, опасное место. Мы показали. Я думаю, что не только мы знаем, что тут ништяков полно лежит, поэтому, блин, давай-ка поосторожнее быть. Мне нужно побольше паранойи нагнать на себе, а то что-то я как-то расслабленно сегодня бегаю. Так, тихонько.
Это у нас все нормально, ты в тонусе сегодня, а я ничего не боюсь почему-то. У тебя такое же бывает из Dark Souls, из Demon Souls. Никого не боишься, потом получаешь вообще очень больно. Да-да. Но выживаешь. И извлекаешь из этого урок. Ну, тут если я не выживу. В принципе, я не думаю, что вот потеря всего этого обмундирования будет большой такой уж трагедией, потому что я уже знаю Никогда места, так не говори. где между сериями можно набрать еще таких же. Ну, то есть это, конечно, будет напряжно, но, допустим, за пару часиков я смогу собрать себе столько же. А вот машину бы найти мне не помешало. Тут вроде никого в проходе. Так, Ты сел. нам точно... Блин, я хочу посмотреть, что у нас там. Зомби за стеной меня услышал. Так, отступаем. К нам бежит зомби. Беги, знаешь, куда? Наверху там лестница, где есть. На лестнице их отстреливать легко. Да, они уже бегут. О, еще зомби. К лестнице беги, к лестнице. Без волнения, спокойно, спокойно. Блин, я сам запутался. Ты не туда пришел. Короче, этот, Сука. если просто С будешь другой бежать, лестницы тогда уже. за мной беги, короче говоря, я знаю, где лестница. Я теперь уж Да точно я знаю. бегу. Так, вот. Беги, Форест, беги. Все, поднимаемся на лестницу, сейчас будем их наказывать. С тобой такая погоня прям. Так, блин. Тихо. А, блин, такой прицел стоял. Второй. Так, а я тогда пока лучше осмотрюсь. Прыгун идет. Да, блин. Ой, численный запись. Еще один сейчас будет. Так, я перезаряжаюсь, но я успею. Ты в Хорошо. дерево стрелял. Я понимаю, у меня показывает, что тут дерева нет, я задеваю за невидимые уголки. Ага. Так, ладно. В принципе, нормально. Блин, короче, сказывается то, что мы уставшие. Вот в предыдущей серии, как мы играли, мы бы просто... Нас бы хрен кто заметил. Так, тут пустая фляжка есть, если тебе нужна. Но ты, по-моему, точно Да такую же одну нифига. выкинул. Так, короче говоря, просто Нет, я не выходим выкидывал. вон У туда в меня лесок. две. А в арку не пойдем? Там же вещи какие-то лежали. Ну ладно, пофиг, выходим. Я посмотрел, там ничего хорошего нет. Я же сначала туда прибежал, а потом оттуда уже Окей. побежал к лестнице. Окей, Так, окей. осторожно, здесь, по-моему, зомби были, когда в последний раз мы смотрели. Так, и что, теперь мы пойдем к аэропорту. Сейчас до Да? кустиков дойдем, найдем, где посмотреться. И там уже посмотрим. Блин, еще бы GPS не выключался постоянно, когда карту смотришь. Потом приходится его включать. Заново, что ли? Да. Странно. Да, в принципе, не так уж и страшно, как бы. Нормально. Так, короче говоря, мы находимся сейчас на чертовом замке. Нам нужно... Где у нас тут аэропорт? У нас находится на западе и чуть-чуть на севере. Нормально. Короче, вот как-то вот в этом направлении пойдем. Ты где? Я сижу рядом с тобой в кусте. Ну ладно, да, пошли в эту сторону. Точнее, в ёлке. Фу, ну, в принципе, я могу Давай сказать, идем что с в тобой. зубе у нас лута гораздо больше лежало всякого вкусного. Но Там тут там... может еще отрезаться, потому что мы слышали выстрелы, и, возможно, какие-то игроки здесь уже набрали лута и ушли. Вполне возможно, кстати, да. Он за несколько минут до нас. Потому что единственное, что мы нашли, в принципе, такого, это дрова, да, этот, патроны для М1911. Ну, по крайней мере, показали локацию. Так, все, сейчас уходим в лес, и там уже спокойно можно двигаться дальше, пересечь дорогу, и там будут... Так, кстати говоря, ты можешь разжечь костер где-нибудь на ровной местности, в лесу? Вот тут вот, я думаю, место достаточно глухое, чтобы мы могли посидеть и отогреться. Ой, отогреться маленько.
Ну да, нам бы, я думаю, чуть пониже еще отойти, ну то есть подальше от этого гребаного замка. Ну да. Блин, я Не что-то тебя знаю, как теряю тут сегодня. будут ли палить. Будет ли дым какой-то? Ты где вообще находишься? Не знаю. Я А, вниз все, все, спускался. я тебя вижу. Вот я. Блин, нам с тобой сегодня надо более сыгранно играть. И сейчас какая-нибудь встреча, потому Да что... я не знаю, я уже сижу как овощ. Кстати, еще в тему о новых обновлениях, что нового появилось в игре. А теперь, если вы зажигаете флайер и кидаете его на землю, то зомби на него будут реагировать так же, как на фонарик. А раньше было вообще пофигу, есть там свет, нет. Ходит ли кто-то с фонариком, ну, прям рядом с ним, в них прям можно было светить, пока ты лежишь, и они бы ничего не сделали. Теперь они будут атаковать. Не знаю, мне что-то вроде говорили, что и раньше так было. Ну, не знаю, тебе виднее. Я не пользовался. Так, ты опять отстал? Или у нас с пингами проблема? Потому что вроде ты Да, шел походу да, потому что я в метре за мной. спускался вниз. А, вон Вы ты же идешь, спустился или офигеть. как? Я тебя издалека со спины вижу. А, вот иди. У меня ощущение, что мы все-таки разошлись с тобой. Давай ты иди вперед, а я буду за тобой идти, потому что что-то у нас не получается как-то. Я так понял, дрова-то будет у меня одноразово Я меня. так понял, темнеет у нас, да? Сколько времени-то, кстати? Ну да. Времени 5, ровно 5. У меня, кстати, пить персонаж хочет. Подожди, маленький сидит около того дерева. Сейчас я к нему подбегу. Мой тоже хочет пить. И чё? Чё не пьешь? Так, и выпить Сейчас Пепси газировку. виски. И есть тоже хочет. А есть у меня не особо Съесть хочется. еду. Торка убили. Все, я полностью подкрепился. Как он смачно чавкает. Так, примерно туда идем, короче говоря. Вот в этом направлении вектор движения. Ты маленько не в ту сторону. Не туда идешь. Стоп. Веди, веди, Вот. веди. Ну, ты, блин, отстанешь от меня? Опять. И ищи тебя потом свищи. Все, я Нет, тебя вижу я уже. прям за тобой теперь. Так, Фух, да, хорошо. что-то сегодня так. Ну, блин, люди бросят серии. Мы Люди снимаем просят серии. серии. Люди просят серии. Люди просят. Так. В принципе, блин, где мы сейчас находимся? В принципе, идти-то вообще недалеко. Но мы дорогу Да, еще не но я думаю, пересекли. как мы подойдем туда уже, к Близи, можно будет завершать. Посмотрим, что там-то как будет. Возможно, мы прямо сейчас выйдем к какой-нибудь вышке и можно там будет набрать. А что нам может понадобиться? Ну, я бы сменил свою пушку на, скажем, на Барретт или на пулемет. А Ничего, так. ты шутник. То есть теперь, когда ты будешь стрелять, нас тысячи зомби с округи будут сбегаться, да? Будем всех перебивать. Знаешь, когда у тебя пулемет, тебе пофигу, хоть миллион пускай зомби сбегается. И у тебя пулемет. Но не, я в основном про Барретт говорю. И пулемет у тебя будет не бесконечными патронами. Ну, там в одной обойме 200 с чем-то патронов, так что как бы пофигу, бесконечный, не бесконечный. Барретт, я не знаю, в игре остался, нет, просто я видел одного игрока на видяшке. Ну, короче говоря, возможно, он у него остался еще до того, как патчи вышли, игру, то есть оружие выпилили с спауна. Потому что вначале тут чего только не было. А потом в основном все убрали, так и акустику побежал. Сейчас мы, похоже, дорогу Давай. пересечем. Да, пошел. Иду. И еще насчет того, что когда мы с тобой нашли разбившийся вертолет, мы там ничего не нашли. Это, видимо, потому что в этом патче сейчас пофиксили такую штуку, что вещи, которые были рядом с этим вертолетом, очень быстро исчезали. Поэтому мы Да, там это нифига там не нашли, специальным кроме пунктом минигана. отписали. И Видимо. я плюс нашел там нехило адреналина, когда Артур стрелял. Ну, да, Это было. было неожиданно. Ну, прикольно. Василий Иванович, попугай, да? Попугал. Так. Справа домик Слушай, какой-то. это я кашлю? И даже не один. У тебя персонаж не кашлял Да, вообще? ты персонаж потом еще. Нет. Типа, когда вот эта штука выбирается, персонаж начинает кашлять, это я читал. Так что как бы. Так что я кашлю? Это печально. Так.
Что это там за шумы поперли? Да люди ходят. Так, мы тут... Блин, я запарился уже кашлять. Да, у тебя персонаж кашляет. Нам бы надо отдохнуть, да, и серию завершать. Что тебе всю серию завершить? Мы еще полчаса отыграли, в принципе. Я просто уже сижу, у меня глаза закрываются. Я вообще уже не понимаю, что у меня происходит сейчас. Давай тогда хотя бы на пригорок. Ой, опять запись. Давай. На пригорок поднимемся, посмотрим. Вот тут вот. Ну нам же вверх нужно. Иди. Так, ну ты не сиди. А ты что кашляешь? Иди вперед, я за тобой. Ну я тут как бы в реальности кашляю, а не там. Блин, у меня персонаж похоже сейчас этот натурально заболеет. Ой, у меня вообще вся запись зависла. Офигенно. Так, ладно, тогда раз такие бока пошли, то все, пора прекратить эту серию. В следующий, как разберешься со своими проблемами, сейчас я к тебе подбегу обратно. Как разберешься со своими проблемами, как маленько посвежее, пойдем, собственно, к этому аэропорту. Надеюсь, к тому времени, как вы увидите эту серию, мы уже, то есть, туда сходим, потому что а то у нас много людей хотят нас убить. Кстати говоря, от нашего имени в чатах многие пишут разные глупости, просят деньги, тому подобное, матерятся. Очень много фейковых аккаунтов. Не ведитесь, я и Джек Шепард, мы в чате практически вообще никогда не общаемся. Потому что если записываем серию, то нам не до этого. Если не записываем серию, то мы практически не играем, не записывая серию. Поэтому, короче говоря, не ведитесь. Увидимся в понедельник. С вами были Артур и Джек Шепард. Попрощайся. Алло. Джек Шепард, похоже, все. Короче говоря, ладно, увидимся. С вами был Артур и Джек Шепард. Пока-пока-пока.